Согласен. Вот как будто, блин, понимаешь, в чем дело? Типа, фиточек с Моргенштерном же, как бы, он гарантирует большое количество прослушивания, да, какой-то. Не докрутили. Уже, видишь, уже у Моргенштерна не хиты пошли. Ну, это проблема, да. Понимаешь? Мне кажется, это начало его конца. Думаю, это фиточки пока вот только. Дальше. А как, а домой все равно, вот у него вышел сингл первый в чартах. Везде Абдурозик ему там по лицу бьет. Как такое. Ну, может быть. Ну, то есть, немножко уже, видишь, на... вписался не на хит, по сути. Я думаю, ему нужно сейчас как-то разложить ожидания максимально, а потом вот что-нибудь разъебное выпустить. И выпустить рок-альбом. Ну, да, нормально, еще один, второй, с Лёхой Л. Джеймс.